появился в продаже комплект летних шин в достойном состоянии. Резина мягенькая. Это лето. Размер 225, ширина 60%, РУ-17. Посадочный диаметр 18 дюймов. Индекс нагрузки 100, индекс скорости В. Так, борта у нее шикарные, ничего не надорвано, как у некоторых производителей бывает, рвутся часто. Так, износ равномерный, осмотренных грыж нету, на спущенных на них не ездили, хоть там есть заплаты, но они были заплаты сделаны, после того, как разбортировали, саморезики достали, поставили заплаты, заварили как следует, не шнурами, не какими-то. Вот, здесь тут были. Вот, например, заплата. Вот заплата. То есть на спущенность на них не ездили, жеванной резины никакой нету. Профиль, вот, износ равномерной поверхности. То есть видно, да? Никаких шишек, ничего нету. Протектор более 4 мм, который на задней оси там почти 5, на передней чуть больше 4. Так, год показывал, да? Конец 18 года, 43 неделя, 18 год. То есть, ну, можно сказать, эксплуатация 19 года. Резине. То есть 3 сезона все отъездил. Фирма будет указана в описании. Так, шины симметричные. Самовывоз приветствуется. Есть отправка. Транспорт компании «Энергия», КИТ. Вот видим, да, заплаточки. То есть полноразмерные заплатки. Шнуров у них никогда не было. До датчиков еще много места, хватит на несколько сезонов.